Здравствуйте, друзья! Обещал выложить видео в группе на Одноклассниках, в которой я постоянный участник, о стяжках. Прежде всего адресую это замечательному мастеру из города Белгорода Юрию, мастер-отделочник. В общем-то, рекомендую. Если кто-то из Белгорода захочет узнать адрес, обращайтесь в личку. Расскажу, как есть. Ну, хороший мастер. Вот. Но разговор у нас с ним, а также многократно... О, барабашка открывает занавеску. Разговор многократно заходил о стяжках. Так вот, ребята, я обещал просто показать, какие стяжки есть у нас, какие использую я, и сейчас ведро уберу в сторонку. Значит, и свои 5 копеек на эту тему. Итак, сейчас я залил стяжку, она еще сырая, она еще буквально вот. Видите, это саморазливающаяся шпатлевка, саморастекающаяся или самовыравнивающаяся, кому как нравится. Значит, толщина этой стяжки, а это по сути стяжка, потому что это на цементной основе, как сказать, это раствор на цементной основе. Ну, там особым образом замешаны и так далее. Вот. Которая, по сути дела, является стяжкой. И предназначение стяжки – это выровнять основу для финишного напольного покрытия. Благодарю Бориса Паланта, Бориса Григорьевича, у которого есть замечательный канал на Ютубе, который меня регулярно поправляет. Моя ошибка, я говорю, половое покрытие, конечно же, напольное покрытие. Так вот, здесь будет плитка. Толщина стяжки, ребята, обратите внимание. Вот здесь вот видите трубку 16-миллиметровую теплого пола. Трубка проложена точно так же, как вот в этом помещении. Трубка заложена между листов гипсокартона. Ну, это не совсем, скажем так, стандартное решение. Это решение мое личное. Это мое, конкретно мое личное ноу-хау. Но не в этом дело. Так вот, вот мы видим здесь гипсокартон. Вот он. Видите? Трубка чуть-чуть выше гипсокартона. Поверх трубки лежит стальная сетка. Внахлёст, естественно, как положено. И вот эта сетка уже залита стяжкой. Сущность стяжки, ребята, не в том, чтобы налить 25 кубометров бетона, а в том, чтобы выровнять пол, создать основу чернового пола перед финишным покрытием. Вот и все. В данном случае стяжка, ну, меньше сантиметра. 8-9 миллиметров. Здесь будет побольше, ну, по техническим причинам, скажем так. Но вот в этом помещении стяжка будет примерно 16-18 миллиметров. Вот такие вот стяжки. Если кто-то скажет, что стяжка играет также еще и роль, сейчас я возьму лампу, чтобы немножко лучше засветить. Стяжка играет роль несущей конструкции, то не верьте. Стяжка не играет роль несущей конструкции. Несущая конструкция – это что-то отдельное. Стяжка – это чисто выравниватель. Это элемент выравнивания. Вот так вот. Вот здесь общая толщина до сантиметра. Выше сантиметра нигде нет. Только для того, чтобы закрыть арматурную сетку,
и выровнять. Здесь будет кафельная плитка. У нас она называется клинкерная. То, что на пол идет клинкер. По сути, это керамогранит. Вот это здоровая штуковина. 60 на 60. Ладно, не суть важно. Короче, все, что я хотел рассказать о стяжках. Юрий из Белгорода. Привет большой Борис Григорьевичу. Привет большой всем мастерам-отделочникам. Привет большой. Как вы, ребята, наверное, знаете, я не отделочник, я строитель, поэтому я у вас в основном учусь. Но хочу и опытом тоже поделиться. Благо, имею такую возможность. Сегодня мы без музыкального сопровождения, потому что YouTube банит по-черному. Вот, слушаю я дядю Сашу Розенбаума. Ну, а вы его можете послушать в любом другом месте. Всем привет, ребята! Удачи! Всего хорошего! Костя Г. ваш из Швеции.